Добрый день! Для тех, кто меня еще не знает, зовут меня Валерия Мальцева. Родом я из Санкт-Петербурга. И если вы досмотрите этот ролик до конца и внимательно изучите этот сайт, то сможете изменить свою жизнь. Я вам расскажу, как просто загружая картинки, каждый день можно получить от 2000 рублей чистой прибыли, при этом без каких-либо вложений. Каким же образом это возможно, спросите вы. Ну, начнем по порядку. Наверное, многие из вас знают о такой социальной сети, как Instagram. С данной социальной сетью я, а также многие люди по всему миру зарабатывают. А самое главное, что именно с моим подходом справится любой, будь то новичок, школьник или пенсионер. Ведь на самом деле нет ничего проще, чем разместить несколько картинок. На чем же, собственно, строится доход? По официальным данным, число пользователей, зарегистрированных в Instagram на 2018 год, составляет 1,1 миллиарда человек. То есть это основная платежеспособная аудитория. На этих людях можно зарабатывать деньги. И если у вас есть что им предложить. У меня, как и у всех моих учеников, как и у вас, если вы присоединитесь к моему обучающему проекту, есть и будет вот такой доступ к огромному количеству брендовой одежды и обуви, которая сейчас пользуется большим спросом. При этом, при всем, в каждом бренде есть огромная линейка моделей. Можно открыть, вы убедитесь, что все фотографии в хорошем качестве. При этом выкупать товар заранее нам не нужно. Единственной нашей задачей будет выложить этот товар, получить на него заказ, передать его поставщику, и он уже отправит заказ покупателю напрямую. Мы же с вами, в свою очередь, моментально получаем часть этих денег на свой кошелек, карту или, возможно, даже наличными. Смотрите, какая у нас с вами история получается. Мы берем аудиторию большую, соединяем ее с хорошим и качественным товаром, который нам не нужно выкупать, и его у нас нет в наличии. Соединяем их вот в такой страничке, и на выходе практически из воздуха получаем денежные средства. Я даже придумала специальный термин, и поэтому назвала свой обучающий проект по данному методу именно «Инстамагия». Какой доход он вам может принести? Для того, чтобы вы понимали, мы сейчас вот перешли в мой Киви кошелек, и как вы можете сами увидеть, еще утро на 18 декабря у меня уже поступило 5 платежей. То есть мне перечислили за одежду и обувь вот эту сумму. Но эта сумма не вся моя чистая прибыль. Конечно же, большую часть я перечислю поставщику, но с каждой такой пары или одежды, ну, собственно, с перечислением, я получаю 400 рублей чистой прибыли. Соответственно, 5 платежей, то есть сейчас я уже на данный момент заработала 2000 рублей. Вы также сможете, выкладывая товар, получать от 2000 рублей в день. Почему я так уверена, спросите вы. Все потому, что 29 ноября я набрала тестовую группу из 7 человек, в которую входили и школьники, и новички, и пенсионеры. И на данный момент все сейчас зарабатывают от 2000 рублей в день. Вот по такой нехитрой схеме это все и происходит. А чтобы вы не думали, что это разовый доход, я далее переключусь на свой мобильный телефон и уже в мобильном банке покажу вам свою историю заработка. Ну что ж, друзья, мы находимся в моем личном мобильном онлайн-банкинге, и здесь, соответственно, я бы хотела показать вам некую статистику. На балансе счета моего всего 3488 рублей, что неудивительно, поскольку я каждый день их вывожу и всячески их трачу. Но самая главная цифра, которая нас здесь интересует, это статистика моих расходов за декабрь месяц. В данном месяце, хотя он еще и не закончился, расходы составили 101 422 рубля 90 копеек. А помимо тех денег, которые я сегодня уже получила с помощью своей методики, это та сумма, которую я чистыми заработала за декабрь. То есть с Киви, а также с других своих кошельков, все деньги я выводила именно на эту карту. И далее успешно их тратила. Сейчас мы перелистнем статистику
немного назад, так, и мы можем посмотреть, за ноябрь месяц у нас расходы составили 255 270 рублей 18 копеек. А если посмотреть уже октябрь, то мы увидим, что здесь более полумиллиона рублей, то есть 500 938 рублей 56 копеек. А в сентябре я только как раз начала работать с данной методикой в конце месяца, и чистая моя прибыль составила 171 962 рубля и 54 копейки. Если мы сейчас перелистнем на август месяц, то мы увидим, что трат у меня никаких не было, так как карта у меня не была открыта. В сентябре, как я вам уже сказала, я приступила к этому методу и открыла специальную для этого вида заработка карту и выводила все денежные средства на нее со второй половины сентября. И моя чистая прибыль составила 171 962 рубля. На следующий месяц это уже было более полумиллиона рублей, через месяц было 255 тысяч рублей, и в декабре я заработала 101 тысячу, при этом я активно сейчас занимаюсь обучением. Ну и как вы видите, суммы, которые можно зарабатывать с помощью методики, неплохие, все это реально, в ваших руках получать ровно точно такие же показатели дохода. Нужно просто начать и делать соответственно. Что вы сейчас и можете совершить? Прямо сейчас, если внимательно изучите мой сайт и, соответственно, приступите к методике обучения «Инстамагия». На этом желаю вам всего хорошего, надеюсь, что вы примете верное решение, и мы вместе с вами встретимся уже в материалах моего обучающего курса. Всем спасибо за внимание, всего доброго!